В соответствии с поручениями губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам улучшения пропускной способности дорожной сети Подмосковья, государственным бюджетным учреждением Управления автомобильных дорог Московской области МосАвтодор, администрацией городского округа Химки и муниципальным бюджетным учреждением Химдор проведен комплекс мероприятий по разработке и внедрению новой схемы организации движения на участке автодороги Лобня-Шереметьево. С 21 апреля 2014 года новая схема организации движения вводится в действие. Введение одностороннего движения на улице Авиационной и прилегающих к ней проездах позволит более эффективно распределить нагрузку на дорожную сеть и быстрее проезжать данный участок автодороги Лобня-Шереметьево.